задача. В одном совхозе было засеяно кукурузой 110 гектаров. Когда кукуруза созрела, ее скосили и стали возить зеленую массу для закладки в силосные ямы. Первая машина с красным флажком привезла 2,5 тонны. Вторая... Без флажка? Да, без флажка. Вторая машина привезла уже 1,5 тонны. Третья 0,5 тонны и так далее. Директор совхоза приказал определять урожайность по первой машине. По машине с флажком? Да, по машине с флажком. И торжественно рапортовал району, что совхоз со своих 110 гектаров получил урожай кукурузы 507 центнеров зеленой массы с гектара. Нужно определить, какой урожай был по рапорту и какой был фактически. Если зимой в силосных ямах зеленой массы оказалось втрое меньше объявленного и запланированного количества. Решай. Иванова, что у тебя получилось? 2 года. Что 2 года? Директору совхоза за очковтирательство. Правильно.